Запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенко разом з представниками Нововодолазького абразивного заводу Харківщини. Будь ласка, панове. Доброго дня, шановні українці. Цей брифінг, він насправді викликає в мене дуже серйозний сум і викликає дуже серйозні занепокоєння, тому що ми сьогодні слухали ці полум'яні промови з головної трибуни держави про те, що час єднатися, час, щоб українські інвестори були, щоб розвивався український бізнес, і одночасно, як паралельні реальності, те, що насправді відбувається сьогодні. Сьогодні фактично відбувається накат на її силових органів, на весь бізнес, який ще жевріє в Україні. Зокрема, сьогодні зі мною на брифінгу представники Нововодолазького абразивного заводу, які розкажуть про те, як вони зіштовхнулися з наїздом з боку правоохоронних органів, з боку поліції, які вилучили в них продукції, дві фури продукції, сотні тисяч одиниць, які вони виробляють. Це круги для бензопил, це продукція, яка йде на експорт. Зокрема, ці люди побудували свій завод фактично в чистому полі. В 13-му році ввели в експлуатацію. Працює 200 людей, платять зарплату, платять податки. Люди, які фактично створюють те, за рахунок чого ми утримуємося, валовий внутрішній продукт, українські податки, те, за рахунок чого наша держава розвивається. І замість підтримки з боку держави ми бачимо системний наїзд на бізнес. Зокрема, ухвала суду, вилучення продукції, вилучення документації, вилучення оргтехніки, навіть вилучення мобільних телефонів. І все це робиться руками Харківського обласного управління слідчого Міністерства внутрішніх справ. Це, що відбувається, це є неприйнятно. Я передаю слово сьогодні представникам Харківського, вибачте, Нововодолазького абразивного заводу Харківської області. Вони розкажуть, що сталося, після чого ми це питання беремо на депутатський контроль. Вже є звернення не тільки до депутатів, до правоохоронних органів. Ми будемо вимагати припинити цей наїзд на український бізнес і порушувати це питання на всіх можливих трибунах. Будемо вимагати зупинити цей переділ, який напередодні виборів вже почався в Україні. Добрый день, меня зовут Евгений Холодный, я директор предприятия Харьков Абразив, Нововодолазский абразивный завод. Наше предприятие – это небольшое предприятие полного цикла, на котором производится продукция. С 2011 года мы начали производство, изготовление и производство абразивных кругов для болгарок. За это недолгое время мы подписали контракты со всеми странами Европы. Мы работаем с крупнейшими операторами этого рынка. Мы взяли на себя обязательства по отгрузке продукции крупнейшим операторам Германии, Франции, Великобритании, стран бывшего Советского Союза. Наше предприятие 31.08 к нам на предприятие приехала следственная группа управления МВД в Харьковской области с целью ознакомиться в рамках дела по возможной подделке торговой марки «Атаман». Вследствие двухсуточного обыска сотрудниками Министерства внутренних дел было изъято на нашем предприятии практически две фуры продукции. Обращаю ваше внимание, что вся эта продукция была как раз клиентов на внешних рынках. Именно тех клиентов, с которыми мы подписывали с огромным трудом контракты, по которым наша страна получает поступление валюты. Самые сложные, самые тяжелые контракты, которые у нас были, это есть контракты с Европой. Именно эту продукцию в рамках вот этого расследования по украинской продукции «Атаман» была у нас изъята. После чего на следующий день практически частным образом эта продукция была почти в полном объеме возвращена. Но есть два обстоятельства. Во-первых, были сорваны контракты с крупнейшим оператором немецкого и мирового рынка. Мы не выполнили контракт, за что понесем огромное наказание. Этот контракт, возможно, будет сорван. Хочу обратить ваше внимание, что это накладывает отпечаток не только на наш бизнес, но и на всю нашу страну в целом и ставит под угрозу работу, ритмичность и работу в дальнейшем с этим контрагентом.
Кроме того, та продукция и те полуфабрикаты, которые были частично возвращены, во-первых, они были отсыревшие, все это хранилось на улице, все это всю ночь простояло в каком-то чистом поле, в результате чего огромный ущерб был нанесен, потому что продукция просто была испорчена. Готовые изделия покрылись признаками ржавчины, набухлой водой, и этикетка тоже испортилась. Так как мы находимся под жестким контролем наших западных партнеров, нам очень сложно будет объяснить, почему продукцию, которую мы выполнили, которую мы произвели, на эту же продукцию необходимо будет закупать еще западноевропейское сырье. Точно так же нам очень сложно объяснить нашим партнерам из Чехии, Польши, Германии, Арабских Эмиратов, почему, подписав с нами двухсторонний контракт, подписав с нами контракт, почему наши правоохранительные органы интересуются вопросами подделок, теми вопросами, которые наши же контрагенты не поднимают. Мы сейчас вынуждены оправдываться и прикладывать баснословное количество документов по нашим контрактам с этими контрагентами. И наши же покупатели не понимают, зачем нам это нужно. Мы затягиваем отгрузки, мы срываем контракты, мы беспокоим наших контрагентов. И все только для того, чтобы ответить на невнятные вопросы наших правоохранительных органов, которые сами впоследствии не могут нам объяснить, а какой же комплект документов нам нужен. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что в процессе обыска были сорваны контракты, изъяты личные вещи и поставлена под угрозу работа нашего предприятия с точки зрения нашего статуса и нашего отношения с поставщиками, потому что наше предприятие не работало как на отгрузку, так и на получение сырья и материалов. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что следственное управление получило ухвалу на изучение на причастность нашу к торговой марке «Атаман». При этом заявителя пока те возможные заявители, которые могут быть по этой торговой марке, и те правообладатели, написали нам официальные письма, что претензий к нам не имеют. Отсюда у нас огромные вопросы, большие сомнения, а в чем же, собственно говоря, могут быть претензии, если теперешний действующий обладатель торговой марки «Атаман» не имеет к нам никаких претензий. Я хотел бы предоставить слово нашему юристу Игорю, который сможет еще немножко прокомментировать сложившуюся ситуацию. Добрый день, я начальник юридического отдела ООО «Нововодолазский абразивный завод». И хочу прокомментировать вот то, что говорил директор, только с точки зрения юриспруденции. Значит, дело было возбуждено по статье 229 Уголовного кодекса Украины. Это незаконное использование знаков для товаров и услуг. Согласно нашего действующего законодательства, данная статья и досудебное расследование может быть возбуждено только, исключительно, подчеркиваю, исключительно по заявлению потерпевшего. То есть в нашем случае это собственник данной торговой марки. Вчера или позавчера нами был официально получен ответ о том, что собственник торговой марки «Атаман» не имеет никаких претензий к Нововодолазскому абразивному заводу. Это свидетельствует о том, что все действия, которые проводили правоохранительные органы, в том числе следователь Заяц, есть незаконными, поскольку он умышленно сфабриковал дело, внес недостоверные сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и начал проводить досудебное расследование. Аналогично, следовательно, все процессуальные действия, как осмотр места события, как временное извлечение товаров, допросы, есть незаконными. Ввиду этого сложившейся ситуации мы вынуждены были обратиться в областную прокуратуру Харьковской области на неправомерные действия следователя с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 365 Уголовного кодекса Украины. Это превышение служебных полномочий. Надеемся, что наше обращение нынешнее не останется без внимания как и депутатского корпуса, так и других правоохранительных органов Украины. Спасибо большое.
На завершення, друзі, ми беремо цю справу під депутатський контроль. Це підприємство, це 300 робочих місць, які можуть просто зникнути в Україні. В той час, коли в нас економічна криза і коли треба боротися за кожне робоче місце, ми фактично ставимо на межу виживання 300 робочих місць в такому складному регіоні, як Харківська область. Надходження валюти в державу, податки – все це зараз під ризиком. І тому, по-перше, ми звертаємося до керівництва Міністерства внутрішніх справ, до пана Авакова. Чи ви свідомі того, що це робиться вашими руками і вашою структурою? По-друге, ми звертаємося до генпрокурора. Він має повноваження покласти цьому край. По-третє, ми, беручи справу цю під депутатський контроль, так само звертаємося до бізнес-омбудсмена, щоб він втрутився в цю ситуацію. Це ненормально, коли країна, яка перебуває в такій скруті, замість допомоги своїм підприємцям створює їм нові перешкоди, а правоохоронні органи просто займаються рекетом. Ми так справу цю просто не облишимо. Дякую за увагу.